Всех, кто по состоянию здоровья торжественные мероприятия в честь юбилея Победы посетить не может, поздравляю дома. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Горшенин проработал инженером в региональном управлении радиочастотного центра более 20 лет. Сегодня поздравить фронтовика и выразить слова благодарности пришли его бывшие коллеги. Ветерану вручили юбилейную медаль и ценные подарки. К Евгению Степановичу у нас традиция приезжать в этот праздник. Для нас такие встречи являются, безусловно, показателем того, как, на чем стоит наше государство, то есть наша нравственность. Это подвиг, который, на него все мы равняемся. Это является образец для нашей деятельности, повседневной деятельности на благо нашего государства.